тем святых и ваш личный опыт по отношению к себе, а также и к другим людям, с кем вы соприкасаетесь, там лагерь детский у вас около 50 лет, и просто люди взрослые, с которыми вы занятия вели в университетах, по поводу того, как дух господствует над плотью, и какие инструменты есть для этого смирения вот этой плоти, вот этой, которая постоянно противится духу. Что вы применяете? Какие способы? И что Библия нам говорит об этом? Как инструменты. Понимаешь, первый шаг – отвергни себя, и все улетело. Себя, не заступайся. Переноси все решительно, это от Бога. Вот у меня сейчас еще есть, я за всех благодарю. И за врагов, и за Иуду, и за Каина, за всех благодарю. И больше ничего не надо. Вот Масленников, который там, его тоже там терзают. Он там Игнатия Брянчанинова, на каждом шагу Игнатия Брянчанинова. Я вообще это даже ни во что ставлю. Я обратился к Богу. Первое послание Иоанна меня сразу поставило на место. Написано, рожденный от Бога не грешит. И все остальное там тянет, превозмогает плоть. Не грешит. А дальше он 3.18 говорит, рожденный от Бога не может грешить. Я себя проверил на этом деле-то. Я вижу, вот это отвергни себя и возьми крест, страдание, которое Бог тебе назначил. И следуй за ним, за Господом, считай его святые заповеди, чтобы нигде не нарушить. А так думать, как они вот начинают, давай от одного греха я избавлюсь, курил, ну, по полной пачке в день, а сейчас буду меньше, а потом еще меньше. Вот ругался, ну, я заключил союз, некоторые говорят, с кем-то. Как заругался, так в копилку там 100 рублей положить. Я этого не знаю. И считаю это обман. Потому что Господь дает, рождает сразу. Он до рождения может еще там человек копошиться. А как родился свыше, мне все ни по чем. Что мне, какую работу Бог дал. У меня здоровье стопроцентное. Ну, 23 года. На флоте. Ну, у меня все абсолютно есть. А внутри пустота. Я только это знаю. Никто этого не знает, кроме меня. И как только я склонился первый раз, когда прочитал до 6 главы Евангелия от Матфея, пока хозяева обедали, я встал с молитвы другой. И больше ко мне то мое уже... Оно где-то там маящит, что-то говорит, я вообще ни во что ставлю. Я сразу стал смотреть, сколько уходит у меня на питание, сколько я родителям высылаю. У меня сестренки, братья растут. У нас 5 мальчишек, 5 девчонок у отца было. Сколько я сплю, я сразу занялся этим, сразу. Выиграть как можно больше времени. И такую работу, чтобы Бог дал, чтобы голова не работала. Механически делать. А я размышляю, там на карточку выписал, маленько прочитал. И я начал цитировать чуть не целые главы. Сразу тетрадка у меня. Я пишу вот это отцу, вот это маме, вот это брату, а вот это мне. Если я кому-то написал 3-4 места писания, то себе полтетради написал. Все ко мне. И теперь я, когда считаю, я сразу вхожу в эту обстановку. Как слышащий Слово Божие. Вот это у меня не так, я сразу отбрасываю. У меня нет слез. Ну какие слезы, когда я все время занимался боксом, стрельбой, готовился кем быть, ты знаешь. Но я понимаю теперь, что все это прах. И мне бороться с этим не пришлось никак. Я выпросил у Бога, у меня слезы рекой потекли. Это Бог дал. Я часами плакал в церковной ограде, как Кирилл Сахаров говорит. Где вы это видели? Это Бог делает. И блаженство эти, я считаю, они у меня все, как будто давно я их знаю. И последнее, вот сейчас, радуйтесь, веселитесь, когда будут гнать вас, неправедно злословить. И вот на меня он нападает, этот сын фараона, Доик, а мне нужды никакой нету. Я всегда радостный. Я молюсь о них, и все. А вот так, чтобы, как вот Масленников говорит, там, по одному греху брать, рассматривать, записывать. У меня этого не было, я не нуждаюсь в этом. И когда меня спрашивают, когда я в университетах преподавал, какая программа? Ну, программ много. Я отвечаю, у меня вообще программы нет. Вот как Потеряевку, мы же не думали строить. Ну, думали, приедем летом, тут какую-то сляпаем, чтобы там ночевать можно было, палатка.
А получилось-то как? Вот я, когда пришли ко мне на занятия, там люди, и говорят, вот вы говорите, а все улетает никуда. Все это надо записать. Один сидел, записывал, я видел. И когда он уезжал, то две коробки маленькие такие по 45 минут, кассеты были. И он мне их подарил. Я говорю, да как? Это я для вас сделал. Я тогда стал отвечать на вопросы в письменном уже виде. И первая книга у меня была, я думал, где же я наберу, 752 страницы. А получилось 33 тома. Отсюда вывод какой? Я мог их обдумать, 33 тома? Конечно, нет. Я даже на один не обдумал. А у меня рекой идут везде. Я в 5 отделах милиции, городском УВД, краевом УВД, 5 университетов, 13 школ. Там все это идет и идет, заводы и фабрики. И везде вопросы. И моя глухота, она мне послужила на пользу. В письменном виде вопросы. Я их ответил сразу, которые 4124. А которые до этого там уничтожал, выбрасывал, там может быть 44. Всегда вопросы у меня были. И, конечно, зная Писание, насчитав Иоанна Златоуста и каноны церкви все, то мне это сильно помогло. Любя поэзию, я много ими занимался. Ну, 500 поэтов только употребляю их. За 300 лет 500 поэтов, 20 тысяч стихотворений. И это у меня одно к одному, то есть выносит старое и новое. Книжник когда. Вот у меня все это случилось в один день, в один раз, когда я склонился на колени. И кто-то вот бьется, он не может, огневался, его кто-то что-то сказал, ему надо сказать, у него как пулемет строчит. Я могу молчать сутками, месяцами, ни одного слова не сказать. И мне даже нужды нет, я даже себя лучше чувствую. Я все время размышляю, вот такое место писания. А как оно еще понималось? Какой святой отец? И у меня наплывает и наплывает. И вижу, никто это не объяснил. Я сразу, Господи, помоги, как это место понять, и Господь мне кладет вот в эту коробушку. Поэтому для людей я в этом вопросе бесполезный, для пьяницу. Как? Никак, мне страшно стало. Пьяницы Царствие Божие не наследуют. Все, кончилось за меня, а я в рот и не брал. Но все равно. Мама говорила, нельзя дело иметь с женщиной-то. Меня Господь как на руках пронес везде. Я же не такой был когда-то. У меня, как у отца, кудри были на голове. Там кое-где сохранилось. Ну вот и все. Как? Отвергнись себя. Стяжание Духа Святого. Я не думал, что я буду приобретать Дух Святой. Господь прилагает к этому. Я даже не выпрашивал 8-9 к римлянам. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Господи, я хочу работать, трудиться для Бога в Духе Святом. Вот сегодня я закончил тему. Из книги моей кто-то, видимо, усатая Наталья поставила. Как православное миссионерствует и как сектанты. Я... уже, наверное, скинул вам. Благовестие будет. Прочитай. 68 страниц. Это книга настоящая. И я все сегодня промолотил до строчки. Сначала до конца. Буквы Е в Ё превратил везде. И как? Ну, вот так, как есть. Я все воспринимаю, как будто это я там. Вот то-то было с Давидом. Я рядом с ним. Мне это помогло. У меня воображение развито. Первое качество лидера. Воображение. Виктор Гюго, когда писал битву по Ватерлоо, Наполеон, Бонапарт, он слышал ржание коней, запах пороха и запах крови. Вот у меня такое же воображение. Я как будто там нахожусь. Это Бог сделал, это воображение. И поэтому, какие будут последствия, что за этим, вот сейчас, чтобы я взял все вины на себя, я так и написал. Во всем виноват, я давал указания. Я один виноват. И иду, куда Господь пошлет. И Бог как сделал. Уже у меня дома компьютер отдали. Видеоаппараты отдали. Машину барабашу вернули. Это просто чудо Божье-то. А будет суд или не будет? Может быть, мировая будет. Глава администрации к нам расположен. Вот как. И когда вот это надумать, что книги-то мои какие, они буквально мертвого поднимают. Подожди-ка, батюшка из прохода Ирины, где нет крещения. Я слышал это. Вячеслав мне скинул, что Ирину готовят к крещению, видимо. Вот такое дело. И поэтому для людей, которые спрашивают, как ему избавиться от гнева, как установить хорошие отношения там с родителями, с женой, я этих вопросов не решаю никогда. Они у меня сами все решаются.
Я молюсь только. Молюсь, и говорю, да будет воля твоя, я останавливаюсь и слушаю, что мне Господь скажет. И когда одно и то же повторяешь, а человек не примет, у него связи нет с Богом. Я отвечаю, живая молитва к живому Богу, живой ответ. Вот так. Довериться надо на 100%. Всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Богу не надо 99,9, ему только 100. Он умер за нас, и я готов умереть. Вот когда они пришли меня здесь арестовывать, кто-то спецназ-то, а я им показал, у меня гроб стоит готовый. Я говорю, для меня высшее счастье было бы, если меня убили и повесили здесь. За Христа. Тебе слышно меня? Я вот слушал Сергея парализованного, Козлова. И он говорит, вы когда ему писали там в Mail.ru или где-то, он говорит, я отвечал там на сообщение, а в какой-то момент написал, вы ищете умереть за Христа, я так понял. Да. И вас коснулось очень сильно, потому что вам никто до этого так не говорил, я так понял, как он, по его наблюдению. И вы первый раз с ним созвонились. Ну, это так понятно было. Потом говорили, вы, говорите, едете туда, вы желаете быть мучеником в Чечню. Ну, а молодых-то зачем берете? А мы молились, и нас в Чечне встречали, как будто бы ждали, родные братья. Вот и все. Я все разобрал, все страны, какие обычаи, что они должны делать. Все выписал, я переплетчик, реставратор. Я в книжку целую сделал, и нам нигде не потребовалось это. Мы нигде не нарушали, и нас не трогали. Ну, где-то, может, и нарушили, что в машине спали-то, а там надо гостиницу. Но рядом собака, полиция в Австрии была, подъехала, ураган рявкнул, они развернулись, полицейские уехали, ничего не было. Так мы никому зло-то не сделали. Я внимательно смотрел за всем и подражаю. Подражательный метод – это в природе такое есть. Вот когда беседуют с кем-то, с мусульманами, я вижу, совершенно неправильно беседуют. Конечно, я никогда таким не буду, как Даниил Сысоев. У него там дед или кто-то мусульмане были, у меня никого нету. И вот он им как показывал. Я туда не один раз прочитал их книгу, главное, это Коран, и все для себя сделал вывод. Мне необходимо примерно 4 места их. Все. Эти 4 места ставят на место их и меня. 5-я сура Аль-Майда. Трапеза. 68-й аят. Центральный. 47-й. А уже 12, там 24-48, где я брал доказательства о том, что наш Иса, Иисус Христос и Иса разные, между ними 1600 лет. Это никто не говорил. И поэтому меня Бог послал проповедовать Евангелие, а не опровергать другие книги. А когда я говорю по Евангелию, то другие-то все отпадают. Нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Деяние 4.12. Я ее вдалбливаю буквально им. И в любом вопросе так. Для меня Библия – это голос Божий с неба. Я не могу рассуждать так, как рассуждают некоторые, что в Библии ошибки, неправильный перевод. Нет. Лучший перевод за 2000 лет. Притом я это доказываю в течение одного часа любому. Вот и все. Я как просил, что то мне Бог дал. Моя жизнь пошла сразу. С первой минуты Бог мне уже программу дал. Понятно. То есть надо поверить в Бога, потом ему поверить уже, да, сразу же автоматически. И вверять свою жизнь ему. Да, вникай. И он будет направлять... 1 Тимофею 4,16. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Поступая так, спасешь себя и слушающих тебя. Кто-то против что-то говорит, а доктор богословия, ты сам видел, там Павел Бочков говорит, а тысячи людей, которые пришли через Игнатия, вы куда денете? И притом я никогда ни одного никуда не... Только направлял в Московскую патриархию. Но мне там нельзя быть, они меня сразу на счастье разорвут. Патриарх у нас все время в молитве. И где бывает, там нападает, я могу укротить в течение одной минуты любого. Да. Ну, а хорошо, а вот эти помощники ваши, то, что вы рано встаете, 7 раз в день молитесь, вы как это ощущаете сильно? Я вот как-то слышал от вас, что вы говорили... Ну как так человек не может что-то бросить? Ты мне дай его тело, я бы его быстро там присмирил на молитве. Так,
со мной, если кто-то рядом, и которые вот приезжали, и ты, дорогой брат, да. Мы все вставали в одно время. В 5 начинается общая молитва. И там присоединяются и Фаур, и Елена, с Ливана, и из Италии, из Германии, из Америки, Жарова. Это у нас совершенно нормально. Так а у них-то в это время и совсем-то 2 часа ночи. Или там сейчас 12, ничего. С кем я бываю, никаких противоречий нету. Вот мы сейчас собираемся, Володя здесь, и едва ходит Надежда Васильевна, жена. И она уже утром все, раньше меня приковыляла. А другие ораторствуют, а жену поднять не могут. У меня она встанет. Как говорят, при у вас, говорит, из гроба встанет он. А почему? Любовь. Живет, приехал профессор психологии у меня, расспрашивает, все записывает. А потом большая статья была, «Свободная газета» такая есть, выходит. Главная движущая сила лагеря Стана, тире, с большой буквы, любовь. Вот и все. Я никогда от людей не требовал любви. Другой, я вот грубо отвечаю, тот, который восстают на меня здесь, свои дойки и думиянины. Батюшка говорит, грубый, да, я согласен, там грубый. Но почему люди-то все идут сюда? Вот нынче 17 человек с ребенком крестились, а которые направили там крестить, а там, может, 170 было. Увы, хорошие, любви, а никого нигде нету. Я вопрос так даже не ставлю, слово «любовь» не поминаю. Я должен жить, а не говорить. Христос – Бог. И написано, Бог есть любовь. Эта любовь потопила весь мир. 8 человек осталось. Все животные, все погибли, кроме тех, которые были в ковчеге. Любовь. Сжег Содом и Гоморру и 5 окрестных городов. Дети, скотина, все. Это любовь. Имя ему всегда любовь. Поэтому не надо этим словом играть, любисты. Я никому не угождаю. Я могу замолчать. Человек... Ну, я вижу, он не выдержит это, я могу молчать, но подыгрывать ему этого никогда не было. Я жду момент, когда мы сядем за один стол. Ну, вот так, дорогой брат. Да, понятно. Я так вчера с Вячеславом эту тему обсуждал, пришли мы к выводу, что нужно поставить цель с рабом Божьим, верным, и исполнять заповеди его, и души обращать, благовествовать везде. А потом в рамках этой цели уже, у тебя цель есть великая, послужить Богу. А дальше все остальное, это уже от себя отрезает, все, что мешает этой цели. Сон мешает, отрезал. Много есть мешает, отрезал. Работать надо в поте лица, значит, работаешь. И все, что не надо, отрезаешь, а все, что надо, добавляешь. Вот мы сейчас, великая цель есть. Мы сейчас оставались здесь, там, на шлюзе работали. 6 утра нету еще, а мы уже лопатами землю ковыряем, уже носим ее ведрами. А там спихнуло, может быть, 10 кубометров земли унесло. Я ложку не могу держать, у меня рука трясется, вот все не сгибается еще как следует. Ничего. Тело мое мне послужило крепко в этой жизни. Вот бывает с работы увольняется, другую ищет. У меня никогда этого не было. Я нигде не искал. Какая попала, то и делаю. А там уже я поднимаюсь, теперь разряды мне увеличивают. Меня сделали как? Отдельно. Копать землю надо, вот высоковольтные, которые идут, зимою. А проходит прямо в низине, где вода. Она промерзает, и надо копать. А потом там дали лом, кувалда, клини, лопаты. Все, меня одного, чтобы никто не подходил. У меня выработка почти больше всем, чем у бригады. Я смотрю, как быстрее больше отковырять, как бросать, чтобы обратно не попало. И у меня выработка 280-300% часто была. Это за 3 человек. А как это так? Бог, мой Бог. Тащать тачки с бетоном на 2-й этаж. Ну, а там-то сапоги надену, а зимой я в валенках. А там ФЗОшники были. Они мне в валенок битого стекла натолкали и сверху кирпич забили. Мне домой ехать, хотя я не могу никак. Я вытряхнул все это дело. И все, улыбнулся и пошел. А у меня с собой было 2 ломтя хлеба. Так они взяли, залезли туда, мышь поймали, убили и туда в кусочки заложили, чтоб я с мясом ел.
Ну, у меня все есть, не ел, так и проработал. Прихожу домой, мне в эту ночь ангел накормил меня, ангел. Прямо ангел. Сарай стоит далеко там, а там ключ. Я прихожу, следа никакого нет. А есть-то нечего. Хозяйка уехала. Я зашел туда, а там стоит большая литровая кружка. И сверху, не знаю, лепешка или что, и пар идет. А на улице мороз, там градусов 35. Там никакого следа нету рядом-то. И оно горячее. Кто это мне поставил? Соседи чужие. Ну, след бы был. Нет ничего. Я поэтому стою в очереди в Новосибирске, покупаю билет. Мне надо доехать там, деньги, ровно доехать. И в это время подошла бабушка, плачет, деньги вытащили, уехать не могу. А я в очереди стою перед кассой. Я вытащил деньги, я отдал и пошел к поезду. Попрошусь, думаю, может, доеду. Подошел, руку в карман сунул, а деньги лежат на месте. Деньги-то никуда и не делись. Так я же не пьяный, трезвый. Я видел, какая она, как свернутая, подал бабке-то, и все такое осталось. Бог видит вот эту детскую веру. Я никогда не мудрил. Не говорил я своей душе, как дитяти отнято от груди моей. Я не входил в высокое, для меня недосягаемое. Кажется, 140-й псалом. Не входил никогда, что рассуждать о Троице, там, от кого Дух Святой исходит, от Сына, от Отца. Никогда. С католиками никогда не спорил. Зачем? Мне надо работать. Я с первого дня просил, чтобы работа была, чтобы голова не работала. Я раму вставляю, полы настилаю, все делаю, а сам про себя повторяю стихи, как оно строгаю, а голова моя свободная. Вот я это просил, и Бог мне дал на всю жизнь. Вот 27 сентября будет 60 лет, как Библия у меня в руках. Это особый день, надо отметить как-то. Ну, это позаботься, дай рекламу. В 17:00 в это время мне дали Библию. 27 сентября, запомни, в 62 году. Пускай отметят, я не против. Славословием Богу. Могут спеть что-нибудь там из моих стихотворений, которые ко мне подходят. С Виктором Николаевичем Савченко связаться. Он пускай будет главным режиссером, дирижером. У меня было такое, когда я помогал 18 лет для тюрьмы, а начальник говорит, у нас тут неприятность. Я говорю, какая? Ну, тут что-то было не так-то. Вызвали ОМОН, они там с дубинками, ну и в одной камере, в другой там помолотили, а там бывает шестая ходка, 6 раз уже судимые-то. Ну, объявили голодовку, уже третий день не едят. Их отдельно там. Я говорю, так вы меня туда запустите. Да что вы, там зайти нельзя. Там охраняют только офицеры с собаками. Ну, я кое-как уговорил, я говорю, я о Боге скажу. Что с вами сделать, я еще на Бога сошлюсь? Я говорю, давайте я расписку дам. А они там все знают. Когда камеру открыли, за мной захлопнули. О, Лапкин, а ты-то за что, говорит, сюда? Я им начал говорить. И к вечеру все вышли из голодовки. Мне начальник звонит. Я в этой пенитенциарной системе, ты, говорит, проработал всю жизнь, говорит. Такого не видал. Все до одного вышли. Что же вы там с ними сделали-то? Я говорю, очень просто. Я ему рассказал, как бы беседовал с ними-то. Я говорю, вы сейчас до вечера не ешьте. А сейчас Пасха будет, это у вас пост будет. Вы не голодовка, пост. А завтра ешьте. Я скажу, вам усиленную двойную порцию могут дать. Поговорил и все. Я говорю, я пойду по правам человека. Тут и к прокурору края, генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович. Вот и все. В любой обстановке. Надо Богу доверяться. Я вот иногда готовлюсь, а иду и говорить другую проповедь. Вот 3 часа уже, 5 часов у нас служба будет. Ну вот так. Возьми это на себя 27 сентября в 17:00. Пусть на меня выходят. 62. И ты заранее скажешь, давайте составим какой-то концерт, который знает, что мне нравится. Можете там взять, сильно нравится, есть место, есть. Господь тебя зовет. Песнопение, чисто записать. И второе, очень люблю, взойдем на Голгофу, мой брат.
Это из песни «Восхождение». Баптистские песни. Я очень люблю их. А еще Но есть поют еще «Был у Христа младенца сад». И много роз взрастил он в нем. Да. Спаси Христос. Аллилуйя. Ну все тогда, брат, отхожу. Меня, да, тут, с Богом. Меня вызывает с Богом. Давайте.